Погоди, плотва. Шевелись, плотва. А мне не больно, да? Готов поклясться, что в шуме листьев слышен плач. Кровь. Судя по форме пятен, она натекла со стороны дерева. Работа на лесосеке шла полным ходом. Но очень странно, что вокруг Юклы нет других деревьев. Работа на лесосеке шла полным ходом. Очень странно, что вокруг Юклы нет других деревьев. Из него действительно течет кровь, самая настоящая человеческая кровь. А кора в некоторых местах напоминает затянувшиеся шрамы. И магия здесь есть. Медальон дрожит, как сумасшедший. И что? Ты дерево осмотрел? Да, оно сочится кровью и действительно выглядит необычно. А я что говорил? Я тебе помогу, только сперва подумаю, с чего начать. А что тут думать? Я уже все знаю. Барышня Дафна и рыцарь Гаррет любили друг друга со страшной силой. Но чтобы стать достойным руки своей избранницы, Гаррет отправился в поход на ведьму с рысей скалы. Когда Гаррет уходил в холмы, в знак своей милости, Дафна повязала рыцарю платок. Надо думать, рыцарь не вернулся. Не вернулся. Она стояла здесь и высматривала его днем и ночью. Пока не вросла в землю и не стала деревом. Интересно, почему? Потому, сука, что ждала, когда Гаррет вернет ей платок. Потому как такая вот могучая тоска и сила любви. Так что поднимись на рысью скалу и придумай, как расколдовать Дафну. Я тебе дам свою книжку со сказками, чтобы было куда заглянуть, если что. Удачи тебе.
Они не нападают, но это не значит, что они не опасны. Ведьмина хата. Дом кажется жилым, но никого нет. Осмотрюсь. Теплый. Что за ингредиенты, по запаху не понять. Либер и Вонис. Книга, запрещенная капитулом чародеев. Стертые в порошок кости. Заметки о применении стеблей тысячелистника. Любопытно. Полынь, сера... Зверобой. Запах свежий. На стене висят предметы для чар. Или трофеи. Сломанная пополам стрела, наверное, приносит неудачу стрелку. Виноградная лоза дает хороший урожай, или наоборот. А с помощью этой куклы, похоже, накладывают проклятие. Шелковый платок с монограммой ДФ. Если это платок Дафны, он поможет снять проклятие. Обычно меня навещают только дикие коты, а тут на тебе, гость из дальних стран. Чего ты ищешь в моем доме? Я уже нашел. Неужели ты собираешься расколдовать девицу в дереве? Если и так, то что? А то, что это пустая трата времени. Тебе что, никто сказок на ночь не читал? Даже ведьме с рыси и скалы нелегко преодолеть силу тоски и любви. Что стало с ее рыцарем? Он добрался до тебя? Гаррет? Да. И он довольно быстро изменил свои намерения. Точнее, это случилось после нашей первой ночи. Он оставался у меня довольно долго. Потом его одолела совесть, и он решил вернуться к этой своей девушке. Он так до нее
и не доехал. Да, произошел несчастный случай. Ты приложила к этому руку? Конечно. Как я могу отдать моего мужчину другой женщине? Ни за что. А если бы я попросил тебя снять проклятие? Гаррет получил то, что заслужил. А в том, что случилось с его девушкой, нет моей вины. Значит, ты ее не проклинала. Но ты можешь ей помочь? Конечно. Только зачем мне это? Я склонюсь перед тобой, так как должен был склониться Гаррет из сказки. Я прошу тебя о помощи. Расколдуй девушку, заточенную в дереве. Я наблюдала за тобой, когда ты вошел в мой дом, и подумала: этот человек не склонит головы ни перед кем. Встань. Никто, даже я, не сможет вернуть девушке утраченных лет и возместить страдания, которые она пережила. Мы не вернем ее к жизни, но я скажу тебе, как сделать так, чтобы она ушла с миром. У моей помощи есть цена — прядь твоих волос. Откуда мне знать, что ты не используешь ее, чтобы меня зачаровать? Она нужна для заклятия, которое скроет меня от твоего взора, если ты захочешь еще когда-нибудь меня донимать. Ни для чего другого, обещаю. Не бойся, я всегда держу слово. Я поверю тебе. Можешь взять прядь моих волос. Хорошо. Что мне делать? Ты должен убедить девушку, что ее возлюбленный хотел вернуться, но погиб. Возьми с собой ее шелковый платок и частицу останков Гаррета. Его кости белеют в пещере под этой скалой. Пусть его останки и платок поглотит огонь. И помни, твои намерения должны быть чисты. Ты понял? Да. Спасибо за помощь. Пожалуйста. И прощай. Как только ты уйдешь отсюда, больше мы уже не увидимся.
Рыцарский латный доспех, кости скелета. Неужели это останки Гарета? Интересно, что разорвало доспехи? Магия или вернуться в Шатвереву и снять заклятие? Ну что? Ты встретил ведьму? Что ты узнал? Не так страшна ведьма, как ее молюют. Она задирала нос, но я знаю куда более ведьмоватых чародеек, чем она. Вот сука! С Дафной-то что? Я знаю, как расколдовать Дафну. Надо будет провести ритуал, используя ее платок и останки Гаррета. С этим придется подождать до нужного часа. Тогда я разожгу 4 костра по 4 сторонам света и начну обряд. Костры? Ну, тогда и я на что-нибудь сгожусь. Трава-то тебе понадобится? Наруби сколько сможешь, а я займусь остальным. Я нарубил дрова, сложил костры. Что дальше? Теперь моя очередь. Я должен зажечь огонь и поговорить с девушкой. Не знаю, чем это кончится, так что на всякий случай держись подальше. А если увидишь, что я вынимаю меч, лучше беги. Посмотри в свой миг последний, ты на все стороны света. С юга не слыхать ни слова. И с востока нету зова. Север дышит тишиной. Только запад вихрем воет. Ты не жди, он не живой. Выслушай меня, заклятая в дереве. Настал день твоего освобождения. Вот платок, что ты дала в доказательство любви. Вот кость того, кому ты подарила свою любовь. Гаррет, мой Гаррет. Он не вернется ко мне. Да,
не вернется. Он разлюбил меня. Он не был мне верен. Гаррет был верен тебе до конца. Мое время пришло. Я так долго ждала, так долго страдала. Теперь я хочу уйти. Прощай, барышня. Благодарю, незнакомец. И тебя, мой рыцарь, за то, что был рядом и разговаривал со мной. Я-то думал, оно иначе все кончится. Но, видать, оживить бы мы ее не смогли. Мы сделали все, что могли. Славная работа. Вот тебе твоя плата, и книгу можешь взять. Спасибо. Бывай. Бывай. Надо мне как-то уложить это все в голове.